Всем доброе утро. Вот по запросу попросили меня снять деревню Таволгу. Ни разу не снимал еще ее. Вот от Кыштовки я проехал 5 км в сторону Благосноярки. Вот указатель Таволга. Поворачиваем. Полностью щебеночка от Кыштовки. В любую погоду можно проехать. Маленькая щебеночка подсыпана. Тут грейдер прошел, смотрите, уже нынче. По бокам еще снег. У нас холод. Минус 8. То было тепло. Чуть не в футболках ходили. Сейчас опять похолодало. Всего лишь пару дней было тепло. Так что зима не отступает. Тут, конечно, красивый такой лес. Такое солнце в Таволге, смотрите. И небо. Красота. Как всегда, как в деревню уедешь, совсем другое небо. Светики, колея, лужи. Накатали дорожку здесь немножко. Тут памятники СССР. Вон какой ворон сидит, гляньте. Он еще летит. Там вон вышку виднеется у нас. Водонапорная башня. Вроде даже работает. Родина Вадима Казакова. Тут его родители. Не знаю, живут или нет, скорее всего, живут еще. Вадим у нас в Кыштовке работает, в ГАИ. Давно уже. Дом в Кыштовке построил, в Челтаке. Семья. Все очень крепко. Молодцы. Вадим достойно служит, честно. Вот здесь дровишки вот люди заготавливают. Вот сруб. Кто-то, видимо, что-то рубил. Ну, давно, видать, уже сруб сухой. Дровишки осиновые, березовые. Здесь тоже дороги нет. Справа объезжаем. Какое огородище у народа. Вот огороды начинаются. Первый дом крайний. Вот с этой стороны крайний дом. Люди живут крепко, трудолюбивые, видите, дров сколько. Можно здесь проехать, а можно вот здесь. Давайте здесь проедем. Здесь вот такая улица. Вот собаченцы бежит. Ну-ка. Кто такой приехал, интересно? Сюда недавно привозил какие-то стройматериалы зимой, помню. Ребята. Озерная улица. Вот как аккуратно живут. Двухквартирники. Вот где тут цветочки. Аккуратненько. Какие цветы красивые. И тут. Без Казакова жили. Наверное, сейчас и живут. Родители Вадима, вот у них тут все путем. Видите? Как сами жили, так и сына воспитали. Вот все зависит от воспитания. Не от гена, а от воспитания. От ген, конечно, тоже. Но больше всего от воспитания. Ну, трактор у них тут. Вот, как-то мы один раз здесь праздновали день рождения. Вадим, мы здесь на озере сидели, классно так жарили шашлык. Это было 20 лет назад. Красота. Смотрите, какое озеро. Тут люди живут. Вот еще трактор. Такой дом аккуратненький, гляньте, тоже цветочки у хозяйки. У хозяина какая крыша. Видите, как мирно живут, что крыша одним цветом. Окошки такие побеленные. Такая атмосфера Таволги. Сколько дров у людей. И такая интересная улица широченная. Гляньте, вот такое пространство. Здесь можно, не знаю, во всякие разные игры играть. Что, здесь поедем? Давайте. Маленько снег шуршит. Под ногами вот этот домик такой заброшенный уже. Вот тут тоже, видимо, живут еще народ. Ну да, шторки висят, окна пластиковые.
сад или парк. Сейчас лужа будет хрустеть. Давайте послушайте. Звуки таволги. Звуки детства. Какое-то пространство. Давайте сюда заедем, посмотрим, что у нас тут. Вот какой-то сад. Там какая-то избушка вон на отшибе. Развернемся здесь. Коли звуки? Вот такие за огородами здесь дела. Какие красивые деревья. Непонятно, такой сад, непонятно, что там есть в нем. Ничего нету, деревья только и маленькие травы. Ну, вроде чистенько. Мусора не видать. А вон, гляньте, качели, давайте к качелям подъедем. Вот маленький домик такой еще стоит. Это не качели. Гляньте, какие качели. Детей-то, наверное, здесь почти и нету. Вот такой домик. Вот домики. Давайте уже не проедем. Этот домик пустой, вот. Ремонт делай, заходи, живи. Скотину можно держать. Такой домик богатый такой, по деревенским меркам. Следы какашек от лошадей. Значит, лошадей держат здесь. Свежие какашки. Вот такой дом, смотрите, какой старинный. Крыша, он какая, гляньте. Еще, главное, по-моему, живут, что ли, шторки. Или как летняя дача. А крыша уже, смотрите, какая худая совсем. Рубероид, наверное, был сверху. Все, пришел в негодность. Пойдем, смотрите, у хозяйки все путем. Вот. Помидоры. Высадила. Номер 11 домик. Аккуратно такой. Лавочка. Вот домик такой заброшенный. Заброшенный. Крыша упала. Вот тут, гляньте, какая труба интересная. Надеемся, когда-нибудь начнут села восстанавливаться сельским хозяйством, новыми людьми. А то все в города, в городе уже пробки, не проехать. Это магазинчик, видимо, раньше был. Вон какие кочки. Сейчас по кочкам поедем с вами. Вон какие кочки. Сантиметров по 30 глубиной. Это остановочка. О. Гляньте. Поселок Таволга. Не деревня, а поселок назвали. Вот магаз. Вот еще домик аккуратный. Много хозяев путних. Вот на окнах тоже. Видите? Помидорчики покажем. Весна. Апрель в Сибири. Вот кто здесь жил, можете скриншот такой сделать. Чик. Свой дом. И тарелка, гляньте, еще есть. НТВ плюс. А связь здесь берет мало-мало. Билайн, по-моему. Вот уже живут дрова народа. О, какое дерево огромное. Жирное такое, зеленое. О, какой дом интересный. Видимо, какие-то строители приезжие строили. Много домов, двухквартирников. Обычно такие строили. С Кавказа приезжали строить. Либо с Белоруссии. Такие дома строители. Там более опытные они. Ближе к Европе. Вот гляньте, дом сгорел. О, сразу две квартиры сгорело. Забор еще остался. Тут остался, а сам дом, видите, какой пожар был. Так что осторожнее с электроприборами, с печками. Притопочный лист побольше делайте всегда. Вон там у людей теплица. Вот домик аккуратный. Я сюда приехал, к этому домику, к Роману. Он мне будет ставить музыку другую. Вот. Хороший мастер. Это машинка, гараж, крайний домик.
Тут такая поляна, гляньте. И туда выезд второй на трассу. То есть я по кругу объехал. Вот так. Ладненько, всем мира, добра. Вот такое вам солнце. Вот можете скриншот себе сделать тоже. Ставалги.